Считаешь ли ты, что по твоим видео, вот если взять, открыть там вот плейлисты, последовательно начать их изучать, можно выучить английский? Но вот просто выучить язык, если вот просто, я думаю, это невозможно сделать ни по каким видео, то есть, ну, имеется в виду, чтобы вот прям выучить с нуля и полностью. То есть, если действительно знать на уровне носителя, и я честно считаю, что, конечно, нет. Почему? Потому что нужно, конечно, и носителей больше слушать, и естественно. То есть, чтобы знать на уровне носителя, это вот на данный момент, вот я не знаю, ну, это нет. Просто ты именно часто употребляешь вот с нуля до уровня advanced, это вот прям твоя, ну, фраза, которую ты часто говоришь, я поэтому и спрашиваю, чтобы понять, вот как ты сам это видишь. То есть Да. все-таки невозможно именно вот по видео с нуля до advanced Нет, пройти. advanced и уравносить это разные вещи. Или Хорошо, учить. хорошо, давай тогда, я согласен с тобой, действительно, я абсолютно так же считаю. Определения тут очень тонкие, очень важны, да, и особенно вот грешат сейчас многие там тем, что это вот так используют, что немножко не в том значении, в котором должно быть. Я вот именно потому и спрашиваю, чтобы выяснить, что ты подразумеваешь.